Диана, тебя в личных соревнованиях смогла остановить только Юля Бирюкова. Ты вообще довольна своим выступлением? Ну, конечно, не очень я довольна, но в любом случае я считаю, что это достойный результат. Я попала в восьмерку, это первое соревнование в сезоне, и, ну, для меня, в общем, неплохо это. Какие у тебя впечатления от прошлого сезона и с каким настроением входишь в новый? Ну, прошлый сезон у меня сложился не очень удачно, у меня были травмы, я долго лечилась, восстанавливалась, и, ну, итог, то, что не отобралась в команду, и, в общем, не очень все было хорошо. В этом году, конечно, я стараюсь с новыми силами, я все залечила, поэтому буду стараться попасть в команду и отобраться на Олимпийские игры. Удалось летом как следует отдохнуть? Ну, у нас был месяц, но я думаю, что достаточно, да. Как тебе новая обстановка в Смоленске? Вы знаете, мне очень зал хороший по сравнению с предыдущим. И так просторный, много дорожек. В общем, все на таком очень хорошем уровне. И проживание у нас отличное. Мы живем здесь совсем рядом. В общем, очень здорово организовали. Молодцы. Спасибо большое, удачи тебе. Спасибо.